Помочь своей стране стать лучше и сильнее просто. Для этого нужно иметь здравую долю патриотизма, постоянно расширять кругозор и любить своих наставников. Сегодня актер Российского театра и кино Александр Цуркан встретился со студентами Набережно-Челнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов. Мероприятие началось через несколько минут после ежегодного послания президента России к Федеральному собранию, за которым студенты наблюдали вместе с гостем. А потому и тема встречи была соответствующей. Россия! Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы. Говорили об истории современности, проблемах общества, культуре и книгах. Перерывы в дискуссиях с молодежью Александр Цуркан заполнял стихами и песнями, как своими, так и других авторов. К слову, многие воспитанники НИСПОТР с актером встречаются не впервые, но каждый раз гость находит такую тему и идею, которая не оставляет студентов равнодушными, заставляет думать и стремиться к лучшему. В каком-то плане он даже показывает, каким стоит быть. То есть это человек такой... патриотичный очень, а в наше время, точнее в данное время, как раз патриотизма не хватает в принципе. Поэтому он делает огромную просто пользу для нас, именно студентов, как раз растущего поколения.